На календаре 21 октября. 105 лет назад, 21 октября 1919 года, на территории Самарской губернии было объявлено военное положение. Грабители, воры и злоумышленники должны в целях непосредственной расправы беспощадно расстреливаться на месте преступления, сообщалось в совместном постановлении Реввоенсовета фронта и Самарского губисполкома. Военное положение в губернии отменили только в начале 20-х годов минувшего столетия. 21 октября военного 1941 года в Куйбышевский облисполком пришла правительственная телеграмма с уведомлением о введении карточной системы. В регионе устанавливали следующие нормы отпуска продуктов питания. Работникам оборонных предприятий полагалось в месяц 2200 граммов мяса и рыбы, масла и жиров 600, круп и макаронных изделий 1500 граммов. Для специалистов других предприятий промышленности, транспорта и связи эта норма была меньше на 300-400 граммов. Служащие получали еще на 200-300 граммов меньше, а иждивенцам и детям полагалось только треть нормы от первого списка. В народном календаре сегодня день Пелагеи Трифона. С этой поры на Руси уже точно становилось холоднее. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет, говорили наши предки. Это все, что мы успели вам рассказать о 21-м дне октября. Прекрасного вам настроения и успехов во всех начинаниях!